Произведения классиков русской и зарубежной литературы продолжают декламировать школьники Ненецкого округа. В конце апреля победители регионального конкурса «Живая классика» отправятся в Крым, где пройдет встреча юных чтецов со всех регионов страны. Дима, Маша, Настя, класс! Точно ждет победа вас! Так, 4-я школа провожает своих учеников, победителей регионального этапа Дмитрия Галушина и Марию Сыровенко. Третий победитель Анастасия Синицына обучается в школе села Великовисочное. За победу в региональном этапе Всероссийского ежегодного конкурса «Живая классика» они получили путевки в Международный детский центр «Артек». Трехнедельная программа обещает быть насыщенной встречей с писателями, участие в съемках фильма и экскурсии. Крым очень хорошее место, там много исторических мест. Будет программа. Ну, во-первых, выступить. Я считаю, что прежде всего надо выступить, показать достойно, что ты достоин здесь там находиться.